Правительство рассмотрело вопрос повышения уровня жизни в сельской местности. Министры, ответственные за каждую сферу, поделились своими планами. По их словам, до 2025 года предстоит проделать большую работу, что позволит повысить уровень жизни и доходы населения. Например, в сельской местности будет построено 27 тысяч километров дорог и введено в эксплуатацию 24 миллиона квадратных метров жилья. В агропромышленном комплексе будет реализовано 845 проектов, будет создано 500 тысяч рабочих мест. Кроме того, 100% населения будет обеспечено качественной питьевой водой и 60% природным газом. Отремонтировано более 700 объектов культуры и более 1000 больниц. Будет модернизировано 5000 школ и построено более 300 новых учебных заведений. В течение 5 лет будет выделено 800 миллиардов тенге. Будет улучшена дорожная, инженерная и социальная инфраструктура. Это позволит улучшить качество жизни 7 миллионов сельских жителей. Главная цель реализации всех этих планов состоит в том, чтобы каждый сельский житель почувствовал улучшение качества жизни.